В Волгограде на днях откроет свои двери новый музей. Он будет посвящен деятельности актеров, режиссеров и операторов, когда-либо родившихся на волгоградской земле и внесших значительный вклад в кинематографическое искусство страны. Среди тех, кто явился идейным вдохновителем создания подобного рода музея, известный волгоградский актер Петр Зайченко. У артиста, как и его друзей-единомышленников, за годы работы накопилось много интересных материалов, которые могли бы поведать о жизненном и творческом пути людей, чьи имена уже вошли в золотой фонд российской кинематографии. Это Иван Лабиков, Иннокентий Смоктуновский, Николай Рыбников, Элем Климов. Весь мир знает о великом боевом прошлом нашего города, но время идет быстро. И мы с Михаилом Прониным, Михаил Александрович Пронин, решили сберечь память о кинематографических предках, земляках, в умах современников и молодежи. В перспективе, конечно, музей пополнится информационными какими-то материалами, которые раскрывают суть этой цели, которая поставлена перед музеем. Затем появятся, наверное, и артефакты, которые будут украшать музей. Свои двери музей откроет 17 декабря. На площади в 60 квадратных метров будут собраны фотографии, портреты, газетные статьи о земляках-кинематографистах, а также коллекция художественных фильмов и военной кинохроники. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».